В стороне прикольной и родной высится наш Суздаль на Палаве. Город, убеленный сединой. Этими прикосновенными строками мы начинаем свое знакомство со старинным городом Суздалем. У одного мужичка, знаете, что продавалось? Ну. Вишня. Мы же сядем туда. Зачем? Ну, потом все зайдут, не стали, придется где-нибудь посередине, но сами скрывают. Спасибо, искупаться ничего. Достаточно бесстрашный человек, но вот Путя, только из тебя шашлык сделать можно, накормить нечем. Болтается смешно.
надевай на рукавнике. Думай. Мне так понравилось. Мне тяжело стать, да я хочу отдохнуть чуть-чуть. Подожди, стой, стой. Thank you.